Не жизнь, а праздник, когда работа связана с аэродизайном. Именно так называется искусство украшения мероприятий воздушными шарами. Ирина увлеклась им 6 лет назад. Оформляя выпускной сына, погрузилась в это направление буквально с головой. Для начала надо понять, изучить теорию, что это такое гелий, химический элемент. Второй в таблице Менделеева, да, что полностью инертный и безопасный газ, как для людей и животных, скажем так, детишек. Потому что многие родители спрашивают, это не пропан? Мы говорим, нет. Это также не закись азота, это не веселящий газ, опять же. Как бы прошу не путать. Латекс, из которого изготовлено большинство шаров, также абсолютно безопасен. Он делается из смолы каучуковых деревьев и полностью разлагается после использования. Разновидности воздушных шаров становится больше с каждым годом. Шариков огромное множество у вас. Как они различаются? Есть ли какое-то предназначение у каждого шарика? Расскажите. Да, конечно, Полин. Шарики у нас делятся по большому счету на 2 типа. Это латекс и фольга. Латекс – это обычные круглые шарики, которые либо однотонные с рисунками, с надписями, поздравлениями. Это либо резина? Да. Угу. Да. Либо хром – это новое новшество, скажем так, не так давно в аэродизайне. Это эффект зеркала. Хромовый и латексный, шар-браш, фольгированные разных размеров, цветов и форм. Главное – знать, как правильно их наполнить. Все начинается с предварительной проверки. Несколько секунд ждем. Если шар не сдувает, все в порядке. Мы его сдуваем. Затем обрабатываем полимерным клеем изнутри, чтобы подольше не сдувался, и заполняем гелием до нужного размера. Чтобы шар не лопнул и принял красивую форму, используют калибратор. С фольгированными шарами попроще. Они заполняются до нужной величины автоматически. И ждем, да? Да. Он не лопнет? Нет. Все. Из таких шаров собирают целые композиции. Любой праздник они сделают незабываемым и подарят настоящий детский восторг даже взрослым. Говорят, если загадать желание и выпустить шарик в небо, оно обязательно исполнится. Попробуем. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».